Бесстрашные, вы что на улице делаете? У нас уже заболевшие есть. Я готова тебя отсосать. Батл, короче, дедкор против Цоя. Вот цепуху оставь. А футболочку и трусики сними. Всем привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. Сегодня я снимаю для вас третью часть выпуска «Гитарист в чат-рулетке», так как вы активно под каждым видео просите это меня сделать. В конце видео разыграю три моих видеокурса, гитарных и вокальных, поэтому если и ты хочешь выиграть видеокурс, то под этим видео напиши интересный комментарий, поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Ну а мы начинаем, поехали. Чё не сидите дома? А что там делать? Мы не ты. Ну да. Коронавирус — это шляпа! Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти от двери все ключи? Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти от двери все ключи? Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти от двери все ключи? Это очень круто, вообще, молодец! Я готова тебя отсосать. А чё, обстановочка как, по кайфу? Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. Давай малолетку. Да. Я тебе двойне буду готова отсосать. Где-то в поле сидите, да? Это парк. Малолетку. О, памятник. Чё за памятник? Да, это... О, это вообще я прочитаю, бля. Пошла читать. Видишь, человек узнает теперь наконец-то, как называется. О, томаты, а? Тюрипы. Голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Нормально. Вы все там певицы, что ли? Не все, я не умею. Она умеет только ау. Ау. Подожди, подожди, чувак, подожди. У меня как раз все подключено, давай. Давай, батл, короче, дедкор против Цоя. Серьезно, чувак. Металлика так металлика. Давай. Эй, не могу пройти мимо человека, вокал которого смог меня удивить. Давно такого не было. Высокий диапазон голоса, очень высокий. Интересная посадка голоса, необычный тембр. Дмитрий Ф. Музыкант, вокалист и преподаватель вокала из Симферополя, который полжизни посвятил музыке. Поэтому он сейчас занимается музыкой, преподает вокал заочно и очно в скайпе. Кого-то даже продюсирует. В общем, не стесняйтесь, ссылочка в описании. Заходите, посмотрите канал, поддержите парня. Hello. Привет. Hello. Do you speak English? A little bit. Because I'm stuck in Russia now. I'm in Moscow. You have nice carpet there. You have nice carpet here. Yeah. That's very beautiful. Thank you. I'm here, yeah. I have a flight back to Australia, but I'm stuck here because they closed the borders. Ah, yes. They closed the borders because of the coronavirus, you know, all this shit. Как бы не было больно тебе, как бы не было сложно для нас, но когда твоя рука на моей руке, я не хочу ничего видеть, кроме твоих глаз. Ты можешь притворяться, говоря о своем, ты можешь не давать мне шансы, будто а при чем. Давай исчезну просто так, провалюсь под лед, подумать только никто никогда не найдет. Don't leave me, listen to beautiful. That's so cool. It's your song? Yes, it's my...
You should be a singer. I bet you're very popular in your country. Not very popular. Good luck. Ну давай, удачи тебе, успехов, короче, все, да заебок, ты знала. What the fuck? Да ну тебя. Мучаешь меня. Все заеб... Вообще, блин, просто супер, вообще, вот так вот. Еще так людям мозги ломаешь, я уже, знаешь, сколько не разговаривал на английском. Ну, бывает. Слушай, ну ты очень талантливый, я тебе хочу сказать, это просто, это пушка какая-то. Вообще, давай выпьем за него, за талант. Да, заебись. Я учитель. У меня есть в Москве знакомый, он продюсер. Вот, но он, видишь, он немножко нетрадиционной ориентации сексуальной. А-а-а. То есть он рэпер, да? Ну. Они думают, я верный, но я членоголик. Мне не нужен анаболик, мне уже не больно. Он любит таких мальчиков, поэтому обязательно я могу, если что, тебя как-то, ну, вот, по, как бы продвинуть по этой ступени. Вот скажи, у меня такой вопрос. Ты сможешь, ты играл хоть раз голым? Ну, то есть без одежды, но просто как бы ну, с гитарой прикрывался хоть раз? Есть, ну, нет, такой, конечно, о. Для чего мне это? Ну вот смотри, есть такой вариант, очень хороший, то есть, но ты как бы более должен быть, ну, раскрепощенный, правильно? То есть вот он просто кости, понимаешь, он такой чувак. Ну, мы можем устроить вообще конференц-связь, но единственное, что от тебя потребуется, вот цепуху оставь. А футболочку и трусики сними. Все получится, я тебе отвечаю. Вот я смотрю, у тебя по пальчикам ты хорошенький. То есть он тебе ему понравится вот твоя вот эта вот перебиралочка пальчиками, поэтому как бы я уверена, что вы с ним налажите коннект, наладите, и у вас все будет хорошо. Поэтому я в тебя верю, чувак, ты реально очень сильный. А ты можешь вот так вот сделать, вот, ну, вот так вот подбородок, вот так немножко вверх? Дело не переделать и всех скороговорок не перескороговорить. Всех баб в чат-рулетке не отыскать и всех песен не перепеть. Привет. Привет. Вы на улице, что ли? Да, мы гуляем. А можно, что ли, гулять на улице? Нам можно. Ну вы типа бессмертный, да? Ну типа да. А что за город? Липецк. Пистолет-то с собой взяли хоть? Конечно. Ну, от зомбарей-то отбиваться надо. Ты включаешь музыку, время пострелять между нами. И пошел по городу стрелять. Моя дикая Кассандра и кривая пандра затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями. Съедены будут эти пираты. Нарекали тебя накормленные бредом моя яя. Ты на сон грядущий бедолами любима. Так и знает аллеротанами родимыми. Хранима про запас и угнетенными сердцами. Воспевал избитый бас. Время табунами лошадиных сил ломилось умирать. И племя диву не давалось, опросила просто доверять под этим гнетом негатива. Тем, кто не увидит свет. И больно ласково, красиво закручивала сюжет. Мы намеренно вели себя, как дети кутим. Брали, что хотим, брали, что хотим, и скорее всего не смог бы в этом мире один. Рага нас благослови, сегодня загудим. На гитаре играешь? Ой, нет, просто подержать взял. Многие девчонки клюют, когда я так сажусь. Без нее как бы типа не круто, а с гитарой уже. Да? Серьезно, девчонки клюются на вот это? А я что-то не клюю. А я что-то не клюю на твою гитару, не клюю. Еды хватает пока? Алкоголь кончается. Пора за алкоголем. Ты не хочешь сыграть, да, у меня сегодня день рождения. У меня сегодня день рождения. Конечно, поздравляю тебя с днем рождения. Че любишь слушать? Спасибо. Все. Все? А может такую песню знаешь, типа Томас Шелби? Давай споем даже вместе. Я останусь собой, нет, я не стану другим. Не важно, сколько мне лет, пойми, внутри я погиб. Перепутали пути с тобой, родная. Внутри меня идет война, фая, фая. Пойми, что мы с тобою в эпицентре войны. Вместе, но одни. Над моею головою дуло пистолета. Сегодня есть я, завтра нету. Я как Томас Шелби, со грустью так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь,
мне так плевать на твои слова. Сам по себе, сам за себя, я как Томас Шелби. С грустью так и шел бы, и пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе я. Бля, это было охуенно. Лучше подарок, наверное. Какую уже неделю сидишь или сколько дней? Уже 2.5 недели. Жесть. Все переделал, что можно было, да? Да. Yeah. Даже научился играть в КС. Нифига, круто. Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти, отбери все ключи. Небо голубое, спрячь мои покои, солнце золотое, подари лучи. Но как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти, отбери все ключи. В этот раз были интересные кадры, интересные люди. И вообще интересно провели время, поэтому если заслужил лайка, то ставьте. Будет 4-й выпуск, когда наберем 15 тысяч лайков, а я знаю, что вы можете набрать такую цифру. На экране прямо сейчас видите лучший комментарий с прошлого выпуска чат-рулетки. Если хотите попасть на экран, то в комментариях пишите что-нибудь интересное. Хоть разбирайте на цитаты данный выпуск, там были хорошие цитаты. Ну а прямо сейчас разыграем 3 моих видеокурса. Они, кстати, находятся в описании под видео, если вы хотите научиться играть на гитаре так же, как я, и исполнять любимые песни. Итак, давайте определим 3 победителей моих видеокурсов. Для этого копируем ссылочку видео, вставляем вот на такой вот сайт, который я отыскал. Называется он ultragenerator.com. Генерируем. И первым обладателем курса становится Антоша, представляет, с комментарием «Хочу курсы». Продолжаем искать победителя. 2-й победитель – Сибгатуллин Тагир. «Святой рандом, дай мне курсы на гитару от великого гитариста». Оу-оу, как красиво. Продолжаем дальше. 3-й победитель – Николай Бетюнский. «У тебя научился играть, брат, спасибо». Очень круто. Ребята, напишите мне в личку ВКонтакте, я вам вышлю курсы. Ребята, если и вы хотите выиграть курс, то просто выполните условия, напишите комментарий под этим видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Всем до скорых встреч, пока!